партнер проекта – управляющая компания «КОД». Качественное обслуживание домов. Жить и работать вместе. Время пословиц. Сегодняшняя звучит так. Трудовые деньги век кормят. Звучит как промоушен пенсии, не правда ли? А ведь работаем-работаем, а что там через много лет, нас не очень волнует. А если и волнует, то до следующей зарплаты. Так уж мы привыкли. А между тем, тема пенсии, если покопаться, не такая простая. Попробуем разобраться. Начнем с того, что пенсия формируется, исходя из официального стажа и официальной зарплаты. Читайте белой. Чем она больше, тем выше вероятность, что вы вообще получите пенсию, когда придет время. И тут вот какое дело. Теперь пенсия привязана к баллам. Баллы вы получаете за отчисление в пенсионный фонд. Чем больше зарплата, тем больше баллов вы можете получить. Минимальный порог для получения пенсии в 2018-м – 9 лет трудового стажа и 13,8 балла, и так по нарастающей до 30 баллов в 2025 году. На понимание, нашел я на просторах сети калькулятор баллов. Так вот, чтобы накопить на пенсию с зарплатой 30 тысяч рублей, это официальная цифра средней зарплаты в Пермском крае на апрель 2017 года, придется потратить примерно 4 года, это к баллам этого года. Дальше больше. Так что копим, господа. А пока копим, не забываем, не деньги делают нас счастливыми, а умение правильно ими распоряжаться. С вами были Игорь Ганин и «Правила денег». До встречи!